спасать природу от людей. Иногда сотрудникам МЧС приходится делать и такое. Личный состав Главного управления региона вышел на берег Валдайского озера, чтобы навести там порядок. Отдыхающие убирать за собой не любят, а потому живописный уголок природы Ивановского края превратился в помойку. Участники мероприятия собрали более 100 мешков мусора. Бытовые отходы подальше от озера увез 10-тонный КАМАЗ на утилизацию.